Всем привет, кто зашел на мой канал и моим любимым подписчикам. Сегодня получил интересную посылочку. Заказывал три чехольчика по распродаже для моей дочери, для ее телефона Samsung Galaxy Note 2. Предыдущее видео, вот здесь распаковка данного чехольчика на эту модельку. И сегодня получил прозрачные, должны быть силиконовые чехлы. Прилетели China Post, 25 дней с момента отправки. Сегодня подходились все посылки. Ну, давайте смотреть, что нам прислал поставщик. Вот такие интересные чехольчики. Бампер-накладка на заднюю часть. Сделаны из мягкого такого пластика податливого. Давайте, наверное, снимем телефон. И будем смотреть, как выглядит каждый чехол на данной модели. Вот такой вот Микки Маус пластик. Сейчас посмотрим, совпадают ли тех вырезы. Одевается вот так на заднюю часть. Кромочка не выпирает, защищает среднюю часть. Но вот эта болячка Самсунга, видите, вверху не перекрывается. Перекрываются только боковые грани. Доступ к стилусу, к заряднику есть. Кнопка свободно нажимается. Попадаем. Громкость тоже. Вот так выглядит чехол на данной модели. Ссылки на данного продавца и на товар будут под видео. Так что, если кого-то заинтересует, можете смело переходить и покупать. Ну что, смотрим второй чехол. Вот такой. Вот такая Минни Маус с синим бантом. На пластике вот такой принт. Прикольно выглядит. Давайте вставлять наш аппаратик. И вот так он будет выглядеть. Давайте вскрывать третье. Это вот такая интересная у нас Минни Маус с красным бантом, в красном платье, в красных туфлях. И вот так сие чудо смотрится на данной модельке. Ссылочки на продавца будут под видео. Так что, кого заинтересовало, это силикон, это пластик принтованный. Пожалуйста, ссылочки под видео, переходите, покупайте, будете довольны. Всем спасибо за обзор. Скоро будет еще много открытий новых посылок. Остаемся со мной. Ссылочка на группу ВКонтакте, все написано в описании. Всем пока-пока, до новых встреч.